Всем добрый день, Мелбет, первая лига, 28-й тур, мы с вами в Каспийске, город рядышком располагающийся с Махачкалой. Динамо Махачкала сегодня против Красноярского Енисея, погода замечательная, весна во всей своей красе, 28-й тур, Анжи, арена Каспийск, начали, динамовцы центра поля мяч разыграли, он уже у Алибекова, первые секунды, и Гаджиев. С левой Атабаев. Навес. Удар. Где мяч? Вот он в воротах. Тащи. 1-0. На центр Низовцеву. Первый гол забивает Володя Ковачевич. Владимир Свет Ковачевич. Алибеков. Атабаев. Хорошая подача. Я думаю, поздравляю сейчас капитан эрбола Атабаева с навесом. И нацеленность какая была. Лезли, и Ковачевич. Кичин сегодня отсутствует, кусает локти, наверное, глядя сейчас на игру, потому что, конечно, его не хватает. В центре поля еще одна желтая. Красная Глушкову. 32-я помощь нужна, врачей Глушков. Остается один, Иванов улыбается саркастически. Меняются игроки. Про ротацию по ходу сезона я рассказывал. Момент! Магомедов! Забивает второй! Ражат Магомедов и свой пятый в сезоне! 40-я минута! 2-0 Динамо! Динамо против Енисея! Что ж такое-то сегодня с красноярцами, а? 2-0. Еще моменты ведь были. Еще несколько выпадов. Дальний удар, попытка, да, Терновский, но контролировал. Ближний угол показывает, да, спокойно. Все, я видел, просто прыгнул, чтобы размяться. Зачем отдавать мяч Енисею, если можно самим владеть мячом и инициативой? Глушков, да чего ж ты делаешь? 3-0, 70-я минута. Я Крукасу сейчас в два раза здоровее этого парня. Глушков, который жаловался, я, мол, там вешу всего 56 кг, забивает третий. 70-я минута, Рукас. Ну, я такого давно не видел. Я не буду сейчас словами бросаться а-ля позор и прочее. Тимбилдинг был у Енисея. Перед этим матчем выезжали поиграть в кёрлинг. Иванов потом говорил: повелители камня. А камень махачкалинский пробить сегодня не смогли ни кёрлинг, ни тимбилдинг, ни статус третьей команды чемпионата. Ничего не помогло Енисею. Худший матч, возможно, в сезоне.